Эстония предписывает митрополиту Русской Православной Церкви Евгению покинуть страну до 6 февраля. Власти решили не продлевать его вид на жительство. Министр внутренних дел считает, что деятельность митрополита Таллинского и всея Эстонии представляет угрозу национальной безопасности. See kuidagi viisi ei ole seotud kirikuga, et me näeksime kirikus ohtu, see on konkreetse inimesega seotud. Kindlasti ei ole see seotud usulise liikumisega laiemalt, et seal me nagu probleeme ei näe. Сам митрополит отрицает, что представляет угрозу для Эстонии. Я против всякой войны, поэтому здесь уже сказано, в этих посланиях все было заявлено, поэтому ничего нового здесь добавить нельзя. У митрополита Евгения был краткосрочный вид на жительство. В последний раз власти Эстонии продлили его непосредственно перед началом российского вторжения в Украину.